Вопрос номер один. Являются ли они каннибалами? Нет. Нет. Они не каннибалы. Каннибализм в настоящем смысле предполагает интерактивность между видами. Но эти существа не являются людьми. Они реагируют на людей, но они совершенно не реагируют на себе подобных. В этом вся разница. Они нападают только на людей, питаясь их живым мясом. Обладают ли они интеллектом? Какими-то его рудиментами? Скорее, они помнят, что происходило с ними в предыдущей жизни. В них остались прошлые навыки и инстинкты. Известно, что они могут управляться с простейшими механизмами, но это еще не значит, что им под силу осознать принцип действия более сложных устройств. Хочу напомнить, что даже животные могут овладеть простыми механизмами. Эти создания — не что иное, как совокупность инстинктов. Они не имеют ничего общего с людьми и никогда не смогут сблизиться с людьми. Они не обладают психикой. Это нужно помнить. Их нужно уничтожать.